Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я доктор. Меня зовут Рашид Исаевич. Я доктор из Республики Казахстан. Я врач-онколог. Мы приехали, мои коллеги, я совместно, мы приехали из города из Республики Казахстан в город Москва на учебу для прохождения по лечению по онкологии, по современным методам лечения, диагностики и терапии. За время прохождения курса, повышения курса, было очень приятно проходить здесь такой курс повышения. Было очень много полезной информации для наших докторов. Были по отделениям головы и шеи, гинекологии, химиотерапии. Особая благодарность хотим выразить директору Московского клинического научно-практического центра имени Логинова. Вот. И всем коллегам данной организации мы всем благодарны. Хочу еще отметить, что мы большинство узнали в отделении химиотерапии много, что нам нужно в Казахстане, которого нет у нас в Казахстане. Много в отделении, у отделения головы и шеи узнали о пластических операциях, которые у нас не делаются. И много мы узнали в отделении гинекологии, в отделении колопроктологии. Все виды операций мы увидели, нам показали, специально подготовили пациентов для нас, чтобы мы увидели, какие делаются множество операций. Посмотрели идеальный, классный, супер корпус ваш, новое оборудование, у вас лучевую диагностику внедряете, лучевая диагностика, чтобы у вас процветала. И хотим, чтобы в дальнейшем мы также вместе, и вы всегда организовывали такие учебные мероприятия для наших сотрудников, для нашей страны. Спасибо огромное вашему руководителю. Очень хорошие, построили новый корпус, шикарные палаты, очень даже, которые действительно мы первый раз увидели. Сколько лет мы работаем в этой медицине, чтобы ваша больница дальше процветала. Спасибо вам. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот и завершился наш последний день обучения в городе Москве по теме «Современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний» в МКНЦ имени Логинова. Много узнали о современных методах лечения, также увидели их новый корпус. Это просто шикарный корпус, и все отделения, все оснащения высокотехнологические, последнее оборудование. Нам очень все понравилось. Специалисты поделились своими опытами, своими достижениями. Нам очень все понравилось. Готовы также в дальнейшем также приезжать на такие же обучения. Всем всего доброго. Спасибо огромное. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы доктора, приезжие из Алматы на повышение квалификации именно на тему современные методы диагностики и лечения в онкологии. Хотелось бы поблагодарить Игоря Евгеньевича за теплый прием, за предоставленную нам информацию отделения, а также Романа Евгеньевича тоже за его профессионализм, за показанные им операции. Было все отлично.